Так, меня слышно? Да, голос неплохой. В общем-то, остановились мы на 2:10. Сейчас кого-нибудь подожду. Хоть бы кто-то пришел, да? Хоть бы кто-то пришел. Хоть бы я случайно не запутался в кнопках и не ударил вот этот профиль. Случайно. Что тут написано, я разбирать совершенно не собираюсь. Потому что тут что-то на китайском. Причем с неизвестным мне шрифтом странным. Надеемся, что кто-то хоть с СК СНГ ко мне сюда придет. Очень надеюсь на это. Если этого не будет, то это будет печаль самая настоящая. Жду еще буквально пару минут, если никто не приходит, то я буду плакать. Если вот этот человек не придет и где ящик? Где ящик? Я потерял ящик. Нашел. Если еще вот этот человек не придет, то все, можно закрывать стрим. Потому что, ну, как можно без них? Ну, 2:10. Полный комплект. Хоть газетчика нет. Уже спасибо. Кажется, это лутовая попытка. Да мне в целом не кажется. Так, ну, думаю, сейчас будет получше звук. Это что-то меня игра сильно перекрывает. Прям очень сильно перекрывает.
А, нет, это так не работает. Ой-ё. А, ему сняло только половину хп. Понимаю. Рано или поздно у меня не будет грибов, чтобы останавливать вот эту тварь. Ну или чтобы снимать свой контент, великолепнейший. Тут стоит одинокий. Тут одиноким стоит мой гипногриф. Куда идут солнышки, это, конечно, вопрос интересный. Знать на него ответы не особо хочу. Ой. Зачем я это сделал сейчас? Так, что-то атмосфера накаляется. Бум. О, Купер, доброе утро, давно не виделись. Давно тебя не видел.
Но не то чтобы весело. Никого нет, помимо тебя. Сложно тут какое-то веселье найти. Так, ну в целом я уже все прошел тут как бы. В 17:30 будет стрим у тебя. Клево. Везёте. Стоп, серьезно? Тут всего конусы и все? Удивительно как-то. Удивительно, удивительно. Так. Обычно бывает кто-то еще тут. Но, скорее всего, этих самих зомби будет просто миллион. Можно будет зайти. Действительно. Вот эту линию отдаю. А вот тут засаживаю. Ну и да, удивительно, что обыкновенный кострел до сих пор не актуален. Потому что он может убивать хотя бы базовых зомби. Блин, я этого не поймал. Не то, что прям эффективно он убивает их, но все равно, уже хотя бы что-то. Прикрыть чемперов способен. А, погоди. У меня тут прорыв уже идет. Я даже не заметил. Полным ходом причем. Я этого даже не вижу. Совсем припустил. Блин, я тут не успел. Даже против самых слабых зомби. Не могу ничего сделать.
Где не мысли? Может, даже после хардмода Brutal X пройду. Так, вот теперь мне реально страшно. Так, тут две волны, да? Этого сюда. Ну и тут я полностью защищен. Они с одинаковой скоростью почти что движутся. Так, мина вроде успевает. Если она не убивает, все. Они убивают. Да, если что, Чомпер не может убить этого футболиста. Опа, мини-ика. Отлично. Так, вышли первые зомби на воду. Там никого опаснее этих не будет. Ой. Опасная связочка. О, нет.
Кабачок сбросил этому газету, я успел это обделаться. Ну, благо все обошлось. И у меня все хорошо. Не думал, все, минус попытка. Минус целый ряд. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Но повезло, благо. Так, газетчик. За ним особое внимание нужно. Так, я с ним все хорошо. Так, а у этого хитбокс затянулся. Все отлично. Там сейчас у Купера начался стрим по график фону. Стоп, мина взорвалась. Что? Так, газетчика не убьет или нет? Обязательно. Главное, чтобы сейчас эти могилы не начали вылезать поверх растений. Это как бы все. Мы достигли комедии. Официально. А чё, так сложно? Да, в целом не то, чтобы прям сверхсложно. А, тут из могилы никто не вылезает. Тогда вообще всё хорошо. По сравнению с Brutal X, это вообще легенькая прогулочка. Так. Это только 3-2. А, за 5000 еще один слот, типа. Нет, сейчас еще водолазы. Ой.
Так, ну теперь у меня есть слот еще и под могилоед. Да, я сейчас тоже, кстати, боялся то, что газетчик просто прорвет мне всю линию, все линии абсолютно. Но благо обошлось. Так, сейчас копим вот сюда. Мину поставлю. Неважно. Они по раз... Они у них разная скорость. Выпало. Придется две линии пропустить. О нет. Тройного я не буду брать, он довольно слабенький. Он в обычном ТПВЗ бесполезный. А тут тем более. Тут тем более. А чё вы все по одной линии-то идёте? Падла. Ну это прям вообще легко.
О, Кибер, доброе утро. Давно не виделись. Что-то пролагнул стрим немного. Вообще ящик я могу это сам сделать. У меня сейчас ПК ведь есть тоже. Кстати, кабачку немного увеличили радиус. Ну как? Довольно неплохо так. Он стал куда полезнее. Так, ну и водоросли. Вот, собственно, они. Типа вот в обычном ПВЗ, вот думаешь, типа, ну тут есть ветроголовый, он тот самый сильный. А тут самых сильных целых три. Ну как, тут конечно этот, безоговорочно. И тут вот эта гнида есть еще дополнительно. А с текстом это китайский мод. А китайский язык немного... Немного тут не поддерживается. Типа тут не придумана кириллица еще и вообще дофига приколов. Компилятор, короче, что-то неправильно сделал, видимо. Я не знаю, честно. Так, либо я лишаюсь ореха, либо я под... Либо этого. Да вот так. Давай вот так. Перца чела я еще не получил. Так, у этих разная скорость, как я понимаю. Одного или другого придется пропустить. А я могу вообще никого не пропускать, если мне сейчас повезет. Вообще хорошо. Все-таки мод как приносит и усложнение, так и вносит баланс. Так что, наверное, это самый лучший мод для начинающих людей в модах.
Но есть определенные растения, которые вот в разы сильнее, чем все остальные. Ну, вот, например, Чомпер. Он тут банально самый сильный. Его очень сильно... Короче, он получил такие сильные бафы, так что грехом не воспользоваться. Так. Ой, я неправильно поставил этого водоросли. Ладно, ничего. В любом случае пригодятся. Так, кстати, Чомпер не может съесть еще и вот этого челика. Ну, пока он бежит с шестом. А после этого вообще с удовольствием. Блин, сожрал моего Чомпера. Как так-то? Удалить команду там... Не знаю, честно. Не работал с этими ботами. Да и вообще... Как бы... А, тут три волны. Что-то как-то медленно развиваюсь, на самом деле. То есть я могу сказать, что... Можно сказать, что я недоразвитый. Чомпер не успел никого сожрать. Только успел открыть рот, а уже помер. Так, тут у нас газета, сразу уничтожаем. Боже, прибейте газету. Умоляю. Спасибо. Кабачок, конечно, молодец. Вовремя прыгнул. Прям лучше времени, лучше тайминга еще не придумал, не придумало человечество просто. Мне вот водолазов никак не убить по-человечески. Кстати, они идут по мою жопу. Успешно. Бум.
Они прям очень жрут быстро растения, эти водолазы. В смысле, что я деньги не собираю? Блин, мой могилоед сожрали. Падлы. Как таким можно быть? Ой, там наверху какая-то банда. Помогите. Все, у меня реда нет. Сколько у меня не было солнца, я в любом случае не могу выставить везде растения. Это все приводит к очень печальному. У них есть перезарядка. Это печально. Не, ну вы просто посмотрите, они с безумной скоростью жрут. Я не туда выставил орех, все, минус этот ряд. Или нет? А, я еще и не заметил этот ряд. Мне прорвали. Какой ужас, какой ужас. Что мне делать тут? Там еще два газетчика идет. Так, у меня трех рядов нет. Когда же уже последняя волна-то, а? Когда все зомби выйдут. Не, ну вы просто посмотрите, какими толпами они идут. Я тут просто ничего не успеваю делать. Так, последняя волна и... Ага, понимаем. Не, ну вы просто посмотрите, какое там количество этих. Газетчиков. Unreal. Первое поражение, кстати. Не, ну это ужас как бы.
Кстати, я также не могу сейчас еще и купить водные косилки. Хотя они мне бы очень сильно пригодились тут. Маюгава Коиши. Коичи. Ужас. Ужас, ужас. Прям вообще ужас. А знаете что, в другой день продолжим. Всем пока, всем удачи.